2 февраля 2020 года. Нумерологи утверждают, что это абсолютно уникальный день, который бывает один раз в тысячелетие. Уникальная комбинация чисел. С одной стороны, это зеркальная картинка 02-02-2020, а с другой сумма цифр составляет 8. Еще Пифагор, так много уделявший внимание мистике цифр, писал о том, что... А впрочем, давайте отвлечемся от нумерологии и посмотрим, что же мы можем практически сделать сегодня для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Подобная дата является сигналом о том, что человеку необходимо внести изменения во все сферы своей жизни. В противном случае его ждет застой и отсутствие развития. Говорят, что этот день лучше провести вне дома. И посмотрите, какая чудесная сегодня погода в Варне. У нас плюс 16. И кажется, что все жители города вышли гулять. На расходку, как говорят болгары. Самая чудесная расходка в Варне – это, конечно, в морском парке, протянувшемся вдоль берега моря. Кстати, все, кто работает с энергиями, говорят, что лучше всего этот день провести на природе. И особенно хорошо рядом с водоемом. А ведь море – это мощнейшая водная стихия. И вот, оказавшись в таком чудесном месте с доброй и светлой энергетикой, мы сначала отпустим из своей жизни все и всех, что доставляет нам негативные эмоции. Запах какой! Хвоя! Ну а теперь... Наполнившись волшебными энергиями этого уникального дня, приступим к реализации невероятных возможностей воплотить наши мечты в реальность. А потом начнем искренне радоваться всему, что встречаем на своем пути. Для этого нужно максимально сконцентрироваться на своих самых заветных желаниях, мечтах и планах. Виртуализировать, детализировать их, погрузиться в них так, как будто бы они уже сбылись, ощущать свои эмоции. Конечно, дата сегодня уникальная. Второй день второго месяца 2020 года. Но очень много зависит от того, как вы прожили этот день, каким вы его сделали для себя.